И этот скрипач попал в мутное время Первой мировой войны во Франции. И он первый год, то есть в 1914 году, послужил как рядовой. И он после войны написал, что эта скрипка ему спасла жизнь. Каким образом? Получилось, что один полковник его заметил, когда он проходил батальон буквально, и узнал его, как бы до войны слышал концерт, как я играл «Друзья». И тогда он ему спросил пойти к нему в тыл, быть бронкардиром, и чтобы исполнять квартеты Бетховена и Гайдена, вместо того, чтобы быть в окопах и так сказать, терпеть бомбежки. Вот. И вот это «Друзья» сам в своих письмах написал, вот эта скрипочка «Женева» по имени, спасла мне жизнь. Ну и на этом слово, дорогие зрители. Я вам желаю прекрасного концерта. Я позову сейчас моего друга и коллега. И желаю вам приятного вечера.